Всем большой привет, с вами Пикл Хиро Рэй Хигаши, и мы продолжаем прохождение игры Ао Онни. Что ж, почитал я правила сложения на Сарубане. Сарубам. В общем, это действительно японский счет, и как мы и предполагали. Ну, это было понятно. В общем, смотрите. Первое это... Это у нас три. Второе это у нас... 9. Вот. Третье это у нас 7. И четвертое это у нас 6. То есть 3, 9. 3, 9. 7, 6. Почему так? Потому что 3 костяшки вместе это по единице. Тройка это самая левая. Дальше идет вверху вместе. Это 5. Выше разделительной линии одна костяшка это 5. Ниже 4, 5 плюс 4, 9. Следующая 5 плюс 2 получается 7. И следующая 5 плюс 1 получается 6. То есть получается у нас 3, 9, 7, 6. 3, 9, 7, 6. Нет, я ничего брать обратно не буду. 3, 9, 7, 6. Не, на первый этаж. А записывать не буду. Сейчас мы, надеюсь, так все сделаем. 3, 9, 7, 6. Ну, в принципе, я правильно все практически в прошлый раз сделал, просто немножко там кое-где запутался. А-а-а, сволочь! Осади нафиг! Да пошел ты нафиг! 3, 9, 7, 6. Эта игра жесть просто. Ну, а там что-то загадки классные, действительно классные. На самом деле, если... Если вы не знаете систему счета, японских счет, простите за тавтологию, да, то вы не пройдете эту игру вообще. Ну, конечно, можно посмотреть и так далее, то есть... Но это еще, блин, надо догадаться. Что это конкретно есть, да? Убежали мы от этого чуда. Хотя догадаться на самом деле не так сложно, все-таки это счеты, действительно. Вот, ну и в прошлый раз я там немножко просто сложил не то, что нужно, а так, в принципе, посчитали мы верно. Почему не могу это взять? Странно немного. Мне казалось, что эта книжка прям выделяется, ее можно взять, нет? Сейчас вот буквально каждый шкафчик буду, блин, осматривать, потому что в этой игре очень много разного такого. Но эта игра действительно интересна. Мне очень нравятся загадки. Это, по всей видимости, выключатель. И? Мы можем как-нибудь его использовать? Другой отверткой. Нет? Осколком. Зажигалка. Может быть, это пожарный выключатель? Нет. По всей видимости, выключатель. Ну, да, это выключатель. Наверное. Может, нам нужно чем-то будет разбить стекло, может быть, он за стеклом находится. Возможно. Давайте еще раз засейвимся. Почаще надо это делать, потому что это сумасшедшая синяя морда сзади где-то, может быть. Оба-на, а это что у нас такое? Тихо. Чего? Это что такое вообще? 6912 плюс 2065 равно 1517. У меня эти как его. Я не очень понимаю, почему это так должно быть равно вдруг. Сейчас мы возьмем ручку, благо у нас их много рядом. И запишем всю эту ахинею на первый взгляд.
Да. Ручек много, пишут мало. Ай, блин, ну зачем же так, а? Что найдем? 5 сек. 6, 9, 12, плюс 28, 65 равно 1518. Окей. Равно так равно, я-то чё? Я-то вообще не против, правильно? Поехали. Ничего нет, хорошо. Просто мы можем прятаться от сумасшедшего Они. Сохраняемся. Чувствую я, что пройти эту игру будет очень сложно. Я бы сказал, мега сложно. На шкафу что-то лежит, стул двигается, все нормально, поэтому как бы сразу туда его и двигаю. Понимаю, что там на... А, на шкафу, ну, на книжной полке. Вы нашли металлический стержень. Офигеть. А можно этим металлическим стержнем... О, не, блин, в глазе. У них все равно большие два. Будет один, как у циклопа, а? Можно? Вряд ли, да? Беда. Ничего не двигается. С этой кроватью, когда мучился. Уже проверяю все, что только можно. Кстати, кстати, а металлические... А, может быть, мы пойти там переключатель врубить? Разбить металлическим, металлической фигней его? Как вам такой вариант? Такая идея развития сюжета. Металлический стержень. На. Так. Это можно использовать вместо, вместе с отверткой. И что у нас получается? Отвертка. Обычный стержень. Менять стержень? Нет, погоди. Использовать вместе с отверткой. На что? То есть это какая-то спецотвертка у нас, что ли, получается. С металлическим стержнем. На самом деле, Они можно было бы и завалить бы. Нифига. Может быть, применить на этих цифрах, не знаю. Хотя это глупо. Ну да. Блин, как же он неожиданно резко появляется, что его просто не поймешь, где он появится. Все было нормально, вышел, бамс, все, съел. Ну, не знаю, что он с нами делает. Неважно. Сейчас опять появится. Да! Скриптовая тварь. Ах, ладно, все хорошо, все нормально. Хардкор, он есть хардкор, ну давай, поехали. Консумир. Мехтуконс, ты где? Пипец. То он есть, то его нету ни хрена. Давайте засейвимся тут. Ёжик корежит тут, ну. Ладно, и тут скажете, ничего нету, да? По-любому тут что-то есть. Вы нашли какую-то страницу, я же говорил, что-то есть. Плюс 1258 еще, да? Плюс 1259, простите. 1259. Запишем это тоже. Сейвимся, естественно. Ну блин, страница так вообще красиво лежит, да, типа. Оба. А это вообще что такое? Включите свет, сволочи. Хорошо, что я догадался зажигалку заюзать. А это что такое?
Металлический лист прикручен к стене. А, отвертка, его можно открутить, наверное, да? Я не могу открутить винты с такой отверткой. А если с такой, сможешь? Давай, 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 друг. Красавец. Офигеть. Это код. Кажется, кто-то выключил свет. Ну да, кажется, кто-то выключил свет. Вообще, сколько огромная страница. Нет. А что, мне свет, что ли, включить надо теперь? Что, я не могу стак, блин, в код с зажигалкой, блин, врубить? Ну что за нафиг, а? Ладно, ищи отвертка, стержень отвертки. Да нет, не надо мне ничего. Ладно. А, вообще вот так вот? Куда, куда, куда? Вообще свет вырубили. Пипец. То есть мало того, что так было сложно, так тебе вообще будет просто мега сложно. А, да как он, я же не знаю, откуда он появляется. Ладно. Ничего страшного. Не такое проходили, правда ведь? Все хорошо. Надеюсь. Что нам вперед идти? Я заперта. Зашибись. В общем, понятно все. Собака. Ах ты собака. Синеглазая. Синеглазая собака. Повстречалась во дворе. У нее была лапа. Блин, я не помню, куда идти нам нужно. С рыжей лапой и диадемой на башке. Блин, может мне стихи сочинять какие-нибудь такие? Супер, 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 мега современные! Ой, мать! Нет, 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 нет! А, беги, 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 ну бас, беги, свет, 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 да будет свет, сказал, сказал монтёр, блин! Ай, перерезал провода. Ладно, бывай, бывай. Помогите, спасите! Гадина, синеглазая гонится! Помогите, спасите! Блин, туплю. Почему отвертка ей, блин, в оба глаза не выкалить, глотку не по... Хероша, блин, ты какой-то пацифист, мать твою. Ладно, хорош, собрался, хорош орать, как маленькая школьница. Пятиклассница. Вперед, блин! Хардкору! Давай, подходи по одному, всех зарежу, блин! Блин, я даже не увидел, как эта скотина подошла сзади. Подошла сзади скотина. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Фиг с вами. Нет, так просто ты, блин, меня не победишь. Сволочь. Мы не такое проходили, блин! Ой. Летят.
Беги, 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 мать твою, беги. Твою мать, беги, 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 беги вниз. Чё, поймал? Да как он меня может поймать? Как? Я, он даже еще не успел выйти из того помещения. Как... Ладно. Так, хорошо, хорошо. Так, значит, ладно. Окей. Скотина умнее стала, что ли? Слышь, ты там сидел в своей библиотеке, книги читал? Вот и сиди, читай нафиг книги. От меня, отстань! Давайте на этом и завершим эту серию прохождения данной игры. Блин, вообще-то не сохраняется, сохраняйся! Правильно, сохранился, да? Ну да, все нормально. Не надо паниковать. С вами был Optical Hero Рэй Хигаши. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ну или дизлайки, или говорите. Просто комментируйте игру. На самом деле, я давно не встречал таких инди-хорроров, которые были бы и интересны по загадкам. Да, по загадкам. Действительно, они сложные, интересные. И какой-то сумасшедшая гадина, которая постоянно тебя догоняет почти. Ну, хотя, может, я просто нубас. В общем, всем большое спасибо и пока-пока.